Здравствуйте. Первые зимние праздники позади, но на то они и первые, чтобы вслед за ними пришли вторые, третьи, а значит, нам снова нужны подарки. А самый лучший подарок сделан своими руками. И сегодня мы в гостях у Екатерины Анатольевны Медниковой, чтобы научиться делать еще один подарок. Екатерина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Чем сегодня удивите? А мы сегодня будем делать шампанское, бутылочку. Шампанский, прямо даже шампанским. Можно и пустую. Так. Вот таким образом, значит, что мы сначала делаем? Все просто. Какой у нас материал будет использоваться? Материал у нас будет либо грунт черный, либо краску акриловую черную. Мы покрыли всю бутылочку. Я специально сейчас сделала, чтобы у нас времени мало. Вот мы берем кисточку и вот таким образом все покрываем. Плотненько, плотненько, плотненько всю бутылочку. Когда она высохнет, просто показываю кисточкой так, быстренько, все хорошо. Когда она высохнет, мы приклеиваем на клей ПВА кружевчики. Вот два больших кружевчика я приклеила. Маленькие оставила не приклеенные, чтобы показать, как вам это сделать. Мы промазываем бутылку или вместе с кружевом промазываем? Можно вместе с кружевом, да. Вот таким образом. Так, берем примерили кисточку, и да. Приклеиваем. Так, вот таким образом. Значит, что у нас клей ПВА? Можно крышечку его делать. И таким образом мы промазываем. Оно немножечко у нас будет тонироваться. Немножко чуть-чуть коричневой краской. Вот. И таким образом поворачиваем и промазываем хорошо, плотненько. Она высохнет, будет незаметно, не видно клея этого. Теперь мы должны фон закрыть. Так, чем, а чем мы будем фон делать? Да. Можно делать манкой, клей ПВА и манкой, и потом ее подкрасить, эту манку. Это простейший. Второй я вот дома нашла, у меня мак есть. И мы будем да. маком? Вообще профессионально в магазинах продается такой черный песок, специально для творческих работ. Он очень дорогой. В специализированных магазинах еще и найти его надо. Поэтому мы делаем проще. Ну вот так подмазываем все клейчиком, жирненько уже, чтобы у нас мак этот сел. Все, работаем мы, может быть, на подносике, можно на дощечке. И вот таким образом можно частями, не надо все сразу мазать. И вот таким образом мы посыпаем. Просто посыпаем, да, густо. Посыпаем, видим, куда посыпаем. Как бисквит. Немножечко у вас там, да, упадет на дощечку. И потом, поскольку он объемный, вы можете и пальчиком его еще маленько вбить. Ну, то, вот. Толстым слоем, да, да, Екатерина немножко, Анатольевна? Да. Все-таки плотненько. Ну, чтобы все, вы знаете, какие там пространства будут открытые, мы же будем еще тонировать серебром. Будем поэтому еще ничего, тонировать? Да. Ничего тут страшного, что у нас немножко будет что-то просвечивать. Мы еще чуть-чуть подтонируем. Ну, вот таким образом она будет у нас покрыта вся бутылочка. Представьте, что всю мы ее... Потом, значит, что мы делаем? Мы берем серебряную красочку. Немножечко надо стряхнуть. Можно в пробочку, можно так. Чтобы только были движения слегка. Вот таким образом мы наносим кое-где. Кое-где. Чтобы немножко много, поблескивало. Чуть-чуть вот так вот, видите, вот тут вот по сухой. И она как бы через вот этот мак проникает вот этот глубинный свет. И тоже получается объем, да? Да, тоже получается объем. И еще на кружавчика немножечко тоже мы попадаем. Вот тоже вот здесь подкрашиваем. И на цветочки да. тоже нужно. Да, и на цветочки. Цветочки уже подтонированы. То есть немножечко коричневой красочкой тоже вот так чуть-чуть кисточкой обмакнуть и маленько-маленько подтонировать чуть-чуть. Вот у нас как вот в этой бутылочке. Можно приклеить еще блесточки, можно гель взять, вот эти капельки сделать, можно приклеить какие-то украшения. Бусинки, допустим. Вот в данном случае. И то, что кое-где проблескивает этот мак, может где-то он отстал еще в процессе, там серебра. И в результате получается очень красиво. И далее берем обязательно бантик. Ну и из нескольких красивых ленточек. Разных. Разных. Атласная, кружевная. И шнурочек может быть. Может капроновая. Делаем мы бантик. Вот таким образом делаем бантик.
должен богатый бантик быть, поэтому он тройной. Такие вот у нас украшения. Вот, все расправим. Кончики можем подровнять. Будет очень красиво. Вот, если не спешите, значит, можно бы еще, вот лишнее надо убрать, можно еще и сюда бусинку приклеить. По косой обрезали. Так, так, расправили, чтобы оно все было пушистенько. Вот таким образом. Видите, две бутылочки. Спасибо огромное, это Екатерина. Это вами сделано, это мною сделано. Спасибо огромное, Екатерина Анатольевна. Это замечательное украшение любого праздничного стола. И своими руками, и несложно. Поэтому можно попробовать всем. Даже привлечь к этому делу детей. Да, пробуйте. У вас все получится.